Да. Алло, Алексей, здравствуйте. Деньга компании, юридический отдел по поводу долгов ваших. Скажите, вы долго будете скрываться от задолженности своей? Я от Может быть, пора уже оплатить? Может быть, пора. Деньги появятся, сейчас оплачу. Да что вы говорите? Мы не собираемся ждать, пока у вас там деньги появятся. А у вас было достаточно времени предоставлено оплатить на добровольной основе. Не в течение ждите. 24 часов, если оплата не поступает, будете оплачивать у себя на пороге в пятикратном размере. Вы меня услышали? Это каким-то через образом? Через компанию. Ага. Но через коллекторскую компанию в пятикратном размере у себя на пороге? Конечно, Ну, прекрасно. Ну, со слухом, значит, все в порядке. Ну-ну, давайте. Как закончишь там угукать, приди в свое адекватное состояние. Одел ботинки и пошел свои позорные долги оплачивать, позорище, еще тут стыдиться. Сейчас я разговорчик-то запишу. Алло. Здравствуйте, Алексей Анатольевич. Здравствуйте. Меня Илья Андреевич зовут, Агеев. Досудебное дело Финколлект, группа компании «Быстроденьги», адрес корреспонденции Ульяновского Финколлект Боксервис. Вы «Быстроденьги» компанию долго собираетесь гасить или добровольно не будет от вас оплаты? Добровольно не будет, фиксируйте. Почему? Я «Быстроденьги» компании это объясню, а вам нет. То есть вы, Алексей Анатольевич, в мошеннических действиях расписываетесь, да? В мошеннических? А как же это еще назвать? Вы деньги взяли с целью не вернуть, правильно? Вы это сможете доказать? Обязательно. Вы уже в одностороннем порядке отказались в условии договора исполнять, нарушили 310-ю статью Гражданского кодекса Российской Федерации. В вашей анкете фигурирует ряд номеров, которые указали как свои дополнительные контактные, на самом деле это ложные данные. Да. Вы неоднократно давали обещание погасить займ, я и в итоге их не выполнили. Давал. Я обещание. А ваша подпись в документах по быстрой карте, она ничего для вас не значит? Я ну, все хорошо, отказ от оплаты зафиксирован. Угу. Не удивляйтесь выездом на Электрозаводскую улицу сыру сотрудников полиции. Удачи вам. Пока. 2 года в тюрьме. Удача очень должна вам пригодиться. Давай, всего доброго. Сказочник. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Тихонова Кира Игоревна зовут, Финколлект, группа компании «Быстроденьги». Адрес для отправки корреспонденции, город Ульяновск, Финколлект, Боксервис, судебный отдел. Алексей Анатольевич. Ну? Денежные средства подготовили? Нет. По причине? А вы в суд не подали еще? Вы через суд хотите решать данную проблему? А вы не подали? Неделю назад мне обещал ваш юротдел. Какой юротдел? Не знаю, с какого юротдела. Не знаю, мне звонили с вашего юридического отдела, молодой человек представлялся. Солгал, наверное, у меня запись есть. Да, а полчаса... Мы от кого не скрываемся. Мы а полчаса назад мне работаем. Молодой человек... 5 статья Гражданского кодекса Российской Федерации, парни, быстро деньги. Мы не скрываемся ни от кого, записывайте. Ну вот. Почему быстро деньги? МФК не уведомил меня, что вы вам передали по... агентскому договору. Права представляют. Не уведомили об этом? Не уведомили, да. А потому договор принадлежит все так же организации «Быстроденьги» и по законодательству Российской Федерации вас не должны об этом уведомлять, потому не что должны. Долг у вас принадлежит компании «Быстроденьги». Нет. Ах, вот поэтому, да? Вы так думаете? Ладно, тогда по агентскому договору говорите, что вы обязаны делать. Огласите мою цифру долга и все. Алексей Анатольевич, вы сегодня деньги должны принести 48 430 рублей 82 копейки. Я понял. Компания спасибо. «Быстро деньги» на вас уже намерена обращаться в полицию. А далее по они намерены статье? Уже. По какой статье? Далее намерены уже поставить о возбуждении 177 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Ирина, 177 статью инициирует судебный пристав после решения суда, если я буду злостно уклоняться от уплаты решения суда денежных средств. Сначала полиция разбирается с вами, а потом, нет, когда полиция собирает все документы, нет, передает инициирует документы дело по этой статье судебный пристав. Он может в полицию подать. Вы не можете. Это не ваша работа. Спасибо за информацию, я вас услышал. До свидания. Вы сегодня добровольно решаете данную проблему с оплатой? Вы сообщили, это ваш агентский договор с компанией «Быстроденьги». Вы обязаны сообщить мне только мою задолженность и все. Нет, Алексей Анатольевич, вы нет. Сегодня денежные средства у нас. С
Спасибо за информацию, Екатерина. Был очень рад с вами поговорить. Всего доброго. Вы мне так и не сказали по счету в плате. Всего доброго. Не тупость. Алло. Здравствуйте. Привет. Алло. Досудебный отдел ООО «Финколлект» группы компаний «Быстрые деньги». Меня зовут Некрасов Кирилл Андреевич. Наш почтовый адрес — город Ульяновск, ООО «Финколлект», бокс, сервис. Алексей Анатольевич. Кирилл Андреевич, должность у вас какая там в «Финколлекте»-то? Я же вам только что сказал. Я являюсь инспектором досудебной подготовки ООО «Финколлект» группы компаний «Быстрые деньги». Ну, дальше что? А в чем причина-то у вас? Почему не решаете вопрос с компанией «Быстрые деньги»? Быстро деньги не решаю? А вы коллектора? Я же только что вам сказал. Ну, вы коллектор? Почему я должен быть коллектором? Нет. Я инспектор досудебной подготовки. ООО «Финколлект» в компании «Быстрые деньги». Ну и что? Ну, не решаю. Не получается. Понятно, услышал. Алексей Анатольевич, а вы вообще собираетесь платить вашу задолженность? А разве я могу от долга отказаться, если я взял деньги? Вот я просмотрел просто вашу историю, у вас огромнейшее количество займов в компании «Быстрые деньги». Огромнейшее? Все займы всегда были оплачены. Все займы всегда были оплачены. Наконец-то первый человек хоть посмотрел. Хороший я клиент был, да, Кирилл Андреевич? Все, вовремя платил, пролонгации делали. У вас проблем никаких не было. Ну, видите, как, когда у человека все с работы хорошо, с деньгами хорошо, он и берет, и отдает, и все вовремя, и все хорошо получается. Вот с работы проблемы начались. Перестал сплотиться, поэтому. Вот сейчас на новую работу устроился. Сейчас буду как-то собирать, что-то пытаться решить вопрос. Ну. Понятно, услышал. И сколько же по времени вы не работали? Полтора месяца почти. Полтора месяца не работали. Понятно, услышал. А хотелось еще кое-что уточнить. Скажите, а у вас есть кредитные обязательства еще перед другими банками, микрофинансовыми компаниями? Ну, компании «Быстрые деньги», я имею в виду. В смысле, что еще раз повторите? Другие кредитные обязательства перед другими банками, микрофинансовыми компаниями. Ну, кроме компании «Быстрые деньги». Ну, есть, конечно. Как же нет-то? Понятно. Услышал. А почему частично не оплачивается, Алексей Анатольевич? А частично это как? Вы раз готовы на частичную оплату? А кто вам сказал, что это невозможно делать? Ну, давайте я вам 100 рублей принесу, положу. Вот сейчас с работы пойду, 100 рублей положу вот вам, вот на счет. Все, что у меня есть вот в кошельке. Пойдет? Частичная оплата будет? Нет, конечно. Нет, не частичная? А какую вы часть хотите? Частичная оплата — это минимальная оплата, это 5000 рублей. Почему это вы, с чего это вы так взяли-то? Почему это 5000? Почему не 1000, не 2, не 3, не 10? А почему именно 5? Можете оплатить полностью вашу задолженность? Ну, могу. Еще лучше будет. Ну, конечно, могу. Я обязан должен это сделать. Но нет возможности. Почему именно 5? Вы мне ответьте на вопрос. Почему именно 5000 рублей? Да. Ну, потому что в этом случае можно ходатайствовать о предоставлении отсрочки, разговаривать с руководством. А насколько отсрочка будет? Финансовая проблема. А насколько отсрочка будет? С вами потом связываются уже совершенно другие специалисты. Сейчас ваши документы до судебного... Ну, тогда не вижу смысла, если вы неуполномочены этим. Почему вы мне такое предложение делаете, если вы неуполномочены такими вещами заниматься? Зачем вы мне такое предложение делаете? Алексей Анатольевич, это, в принципе, ваше дело. Мое, я вам могу, конечно, сказать, у вас, в принципе, в статус постоянного клиента компании «Быстрые деньги». Займы берете не первый раз. Нет, я не больше не постоянный ваш клиент. Все. Я очень плохой клиент ваш. Но я могу вам сказать, что на данный момент времени ваши документы в ближайшее время, скорее всего, могут быть направлены в суд уже на принудительное взыскание. Вы мне неделю назад еще обещали сделать. Последняя от вас оплата была 600. Какого числа? Вы сами-то помните, какого числа последний раз вы оплачивали? У меня договор дома, я могу прочитать, если что. 16.06.2016 года. Ну, почти 2 месяца назад. Сейчас 8.08. Ну и что?
И за все это время вы ни разу не показали свою платежеспособность. Ну, не получилось. Дальше что? Почему в суд не подаете до сих пор? То есть вы в данный момент времени отказываетесь от оплаты, я правильно вас понимаю? Фиксируйте. Нет, услышал. Хорошо, фиксирован полный отказ от оплаты. Ваши документы, скорее всего, будут направлены уже на этой неделе. Мне надо заплакать? Трубку-то положи, дятел. Алло. Здравствуйте. Привет. Алексей Анатольевич. Ну, он самый. Прекрасно. Это досудебное отдел Финколлег, группа компаний «Быстрые деньги». Зовут меня Кузнецов Александр Юрьевич. Улица Карла Маркса, да? Бокс-сервис. Да, ну нет, бокс-сервис. Ой, бокс-сервис, господи. Вот, видите, какие новости. Алексей Анатольевич, тут дело в другом. Дело в том, тоже документы к нам в департамент перешли, но вы, наверное, в курсе уже этой информации. Это что, тебе из другого компьютера в этот твой компьютер перекинули? Ну, если технически смотреть, то да. Но как вам обращаться? Извините, я прослушал. Давайте уж так по-вежливому. Вроде вежливы. Да, Александр Юрьевич, меня зовут. А, фамилию-то вот, еще разок, если не сложно, конечно. Кузнецов Александр хорошо. Юрьевич. Мне сказать нечего абсолютно. Да нет, куда же вы ее? Вы же в Финколлег работаете. С чем вам сказать-то? Ну, вот именно. Ну, давайте, слушаем. Смотрите, какая ситуация. Ну, вижу, вот я от вас оплаты поступали, то есть, ну, уже, грубо говоря, какие оплаты? Практически. Чего половина? Закрыли. Сумма долга. Вы что, что-то не видите? Я пролонгации просто делал, по оплате никакие не поступали. Ну, имеется в виду, то есть намерение, наверное, решить вопрос в добровольном порядке. Правильно у вас имеется? Ну, а вас каким боком-то это касается, того Финколлег-то? В смысле? Ну, у вас долг наш находится. Вы нашей организации денег должны. Какой? Вова Финколлег? Вы должны перед нашей организацией. Я же сказал, группа компаний «Быстрые деньги». Господи, простите у меня еще раз. Александр как? Юрьевич. А, Александр Юрьевич. Делаю вам такую вот пометочку, если вам интересно вдруг быть должником. Я буду являться только по решению суда. Пока я у вас являюсь в задолженности. Если вы не знаете, допустим, Российской Федерации закона. Что за должности вы у нас? Да, я у вас в задолженности являюсь в компании «Быстро деньги». Не в Финколлег, а в «Быстро деньги». Ну да, я же и сказал, группа компаний «Быстро деньги». Но при чем здесь? Вы же работаете по агентскому договору, Александр Юрьевич. Правильно? Ну какая разница? Мы ну как-то, один ебет, другому драйнится, Александр Юрьевич. А что же вам по вашему делу, Алексей Анатольевич, директор нашей организации должен только с вами связываться? Или что? Нет, зачем? Генеральный. Что, вы не знаете, как по закону вы должны со мной связываться? У вас конечно, же... Подождите. Александр Юрьевич, вы... Подождите. Можно вам вопрос? Давайте вот. Вот дать своим конструктивный диалог. Все-таки, в конце концов, сегодня рабочий день, конец. Вот я тоже устал, вы тоже устали, наверное. Может, я не знаю, сколько у вас смен началась. Давайте вот, я вам вопрос задам, вот, давайте друг друга не перебивать. Вот, смотрите. Ну, давайте, хорошо. Вот, ну, наконец-то вот человек первый не кричит в трубку, не делал грозных голосов. Я уже 6 раз сегодня с вами, или 5 раз разговаривал. Давайте, смотрите. У вас есть агентский договор с ООО МФК «Быстро деньги», правильно? Ну, скажем так, по... Ну, что значит, скажем так? Да, да. По 10.05 ГК РФ, правильно? Да, да, все верно. Ну, все верно. МФК «Быстро деньги» должны меня письмом каким-то уведомить, что вы будете их интересы представлять? Как мне общаться, ну, с вами? Ну, я же не... Подождите. Я же не договорил, Александр Юрьевич. Ну, подождите. Вот. Меня уведомили, что вот какой-то Александр Юрьевич будет со мной разговаривать насчет моего долга перед МФК «Быстро деньги». Правильно? Так ведь? Так получается? Ну, естественно, да. Ну, я такого письма-то не получал. И я с вами общаюсь, вот сейчас я, Александр Юрьевич, с вами общаюсь на добровольной воле, потому что я вроде был хорошим плательщиком, быстро деньги, но вот что-то как-то не срослось, ну вот что-то как-то не получилось. Тяжелое материальное положение вот у людей иногда бывает.
Вот. Вы же видите мои займы, все правильно, вы же видите это все. Вам быстро деньги все передали? Да, да, конечно. Я сам начал сказал то, что от вас вот вижу. То, вот, что, ну вот, видите, посмотрите, сколько у меня займов было. Все платилось, без единой просрочки, даже ни одного дня просрочки не было, да? Конечно, поэтому мы с вами и связываемся. Ну вот, узнать, ну я же должен, вот, что... Александр Юрьевич, ну то, что случилось, я объяснял сегодня 6 раз, вы сегодня 7-й, поздравляю, 7 это любимое число называется, вот, смотрите, ну я же должен знать, что вы вот представляете интересы ОФРК быстро деньги, правильно? Правильно. Ну да. Письмо, да, письмо-то я под роспись не получал. Но почему я у финколлег ничего не должен? Я у вас ничего не брал. Почему вы не будете звонить? Вот почему вы не представляете? Отдел, допустим, вот как вот, допустим, мои кредиторы другие, вот звоните мне, вот смотрите. А, допустим, представляется, отдел взыскания, там, допустим, группа Сбербанка, да? Вот мы со Сбербанка. Вот. И они представляются так, соответственно. А вы у финколлег. То есть вы входите в НАПКО. Финколлект, то есть Финколлект ходит НАПКО, то есть коллекторское агентство. Вот. Соответственно, вы, ну, почему вы сам, я у вас ничего не брал? Как мы с вами должны диалог вести-то? Адекватный, ну, давайте диалог? Начнем. Да, давайте начнем с того, то, что, грубо говоря, мы не коллекторское агентство, мы... Вы профессиональное, профессиональный отдел взыскания, да, или служба. Да, вот. Это что-то разница... Нет, ну Александр Юрьевич. Обслуживаем долги, быстро деньги. Группы компаний «Быстро деньги». Ну, меня же и «Быстро деньги» должны уведомить, что вот их коллекторское, то есть профессиональный отдел взыскания должны с меня взыскивать. Они, вы же не представляете ни ООО «Быстро деньги», вы же представляете ООО «Финколлект», правильно? Так, ну, смотрите, Алексей Анатольевич, вы хотите, чтобы звонки прекратились, правильно я вас понял с нашей организацией, или что? Да вы нет. Решали только через суд, правильно? Нет, если я, то вы знаете как, вот, Александр Юрьевич, мне без вас уже скучно жить. Вы меня вот развлекаете весь день. Я с настойчивостью идиота вам все объясняю. Вы меня слушать не хотите, ради бога. Я вам говорю, подавайте в суд. Вы подавайте в суд. Почему не подавайте? Вот. Представляете, Александр Юрьевич, вот у меня есть запись разговора, который был сейчас, не могу сказать, какого вам числа, где-то примерно 1.5 недели назад. Я вашей девушке уже сегодня, она мне вот где-то в обед, наверное, звонила, я не могу точно вам время тоже сказать, но могу на телефоне посмотреть. Смотрите, мне звонил 1.5 недели какой-то молодой человек, представился с юридического отдела вот ООО «Финколлект». У вас есть такой отдел? Есть, есть, конечно. Есть? Вот он мне представился, нахрен, что мы передаем вот все в суд, то есть он мне все сказал, у вас время вот такое вот, вся фигня, то есть и окей, у меня этот разговор в записи есть, я вот его даже прослушивал, ну как-то. Девушка у меня делает квадратные глаза, ну я не вижу, как она, но я думаю, что она делает квадратные глаза. Что, говорит, никакого у нас юридического отдела нет, ничего я не знаю, я говорю, ну то есть, значит, он солгал, то есть у вас... Со мной не юридическое отдел связывался, а кто-то вот из вашего досудебного. Так получается? Меня обманули? Так, ну смотрите, у нас есть и юридический отдел, и досудебный отдел. То есть юридический отдел, он Как мне вас распознать, Александр Юрьевич? Вы поймите, пожалуйста. Вот, когда приходит мне... Вот... Нет, вот смотрите. Когда приходит мне письмо, я получаю его на почте, оно заказное. То есть я получил за него, расписался, вам пришло уведомление, в Финколлект, там у вас Карла Маркс или что у вас, какой там адрес почтовый, вот, ну, для почты. Вот. Вы все увидели, что человек получил письмо, значит, вы можете его быстро деньги представлять интересы. Так? Ну, правильно? По-другому, смс-оповещение достаточно. Ну, это кто вам сказал? Это когда вас учили, этого недостаточно. Нет, этого недостаточно, Александр Юрьевич. Ну, я с вами готов поспорить. А юрист мой, это еще может меня в тряпки... Это вот, он на меня ругается, почему ты мне не даешь с ними разговаривать? Я не хочу. Я с вами готов с вами общаться. Ну, я готов досудебно урегулировать это. Но вы мне предоставьте, пожалуйста, это письмо. Все, я вижу, я буду вот с вами, Александр Юрьевич, разговаривать. То есть я буду рассказывать, какие у меня проблемы, когда я готов, что-то частично, не частично. Ну, до сих пор я не готов с вами общаться. Как я могу вот... Для меня вы мне... Нет, подождите, Александр Юрьевич, подождите. Я сейчас договорю и скажу, вот, давайте, ваши аргументы послушаю. Давайте, у нас же диалог. Вы не ограничены во времени, кстати, а то мне там девушка говорила, что у нас 5 минут, не больше. Да ну нет, что Ну, вот смотрите. Я получаю письмо, вот, с Александром Юрьевичем, вот, с вами разговариваю. Вот, все.
Вот, я вам объясняю свою проблему. Вот вы мне говорите, когда вы сможете оплатить? Я говорю, вот частично могу, вот, допустим, через неделю оплатить. Вот там 1015 я вам внесу. Вот, этого достаточно. Он, да, мы готовы неделю подождать. То есть вы от себя говорите. Ну, это предположим, это сугубо мое мнение. То есть я не претендую ни на что. Отлично. Вот. То есть я могу уже с вами общаться. Ну, вы же не с быстро деньги. Ну, как я могу? Это вы для меня, извините, пожалуйста, вы телефон из трубки. Всего лишь навсего. То мне таких мошенников-то, извините, мне представится какой-то он финколлект, вот адрес назовет, и как я должен знать-то, что это вы, это вы. Так? Угу. Ну, так получается. Так, ну, смотрите, ну, давайте, я вас услышал давайте, по этому поводу. Угу. Теперь давайте, каким образом мы с вами поступим. Давайте. Просто смотрите, если вы ожидаете какого-то утверждения, какой-то документации дополнительной, да? Кстати, у вас уже стоит, извините, прерву вас еще на секунду. Я же звоню вам на горячую линию. У вас стоит пометка, там должна быть в программе, там или конечно, где-то. Стоит? Я вам звоню. Мне сказали, что письмо выслано. Ну, за полтора месяца, ну, да, ну должно было прийти все-таки, в конце концов, по месту регистрации или на почту России по месту жительства. Ну, что же мы, мы с вами, извините, не в Америке живем, в России. Я вас понял, да, просто смотрите, какая ситуация, Алексей Анатольевич. Ну, да. Вот то, что письмо выслано, оно действительно было выслано, так как было смс-оповещение. Ну, вот, смс-оповещение, вы знаете, что прекрасно, что оно не является доказательством. Ну, что... Вы можете ошиблись телефоном. Ну, давайте, давайте у вас послушаю. Будьте добры, да, будьте добры. Извините, что прервал. Конечно. Вот, то есть письмо было выслано, я прекрасно понимаю, могло оно затеряться на почте, или оно, или вы можете просто сейчас заблуждение просто нас вводить, то, что вы его не получали. Ситуации бывают всякие нет, разные. Нет, закон послушный, гражданин. Ну, сами поймите, Алексей Анатольевич, помимо вас у нас еще очень много должников. Да ни в коем случае, не должников, а должников. Раз просто придумать. Угу. Вот, тут дело не в этом, тут дело немножечко в другом. Цель моего звонка на данный момент это как-то попытаться посредством переговоров, диалога, урегулировать, может быть, прояснить какую-то ситуацию, может быть, вам что-то подсказать, если у вас что-то случилось. Я вас прекрасно понял. Если вы боитесь оплатить, что значит боюсь? Я платить не боюсь. Я платить не боюсь. Ну как я боюсь платить? Скажу, платить что тут бояться? Если у меня есть деньги в кармане, что тут бояться-то? Пришел вот в ваше отделение, быстро деньги заплатил, и все хорошо. Ну, правильно. Вот, то есть, в любой момент, то есть, в любом случае, вам нужно будет прийти в офис быстро. Здравствуйте, друзья. Мы предоставили нашим подписчикам очевидный пример финколлекта, сбывающих идиотов, выстроившихся в некую очередь, пытающихся доказать, что они что-то имеют своим серым веществом, там, разводить какие-то мысли. Ну, как понимаем, мы все строго под копирку работают, по скрипту. Человек, декламируя полное спокойствие, независимость, ну, прям слышно называется, что человек нисколько не беспокоится, не переживает, вводит эту публику в психоз, в ступор, ну, и тем самым демонстрирует их беспомощность. Спасибо подписчику огромное, присылайте, друзья, буду в порядке очереди выкладывать. Очередь огромная. На все, что такого формата достойное для того, чтобы мы с вами это слушали, будет выкладываться. Не выкладывается нытье всякое, не выкладывается диалоги ни о чем, когда коллектор и должник просто ведут стандартные разговоры, доминирует коллектор. Это мы выкладывать не будем. Вот что-то нечто подобное с удовольствием, в порядке очереди. И еще, друзья мои, информация для тех, кто хочет встать под юридическую защиту, для тех, кто хочет посетить наши регулярные бесплатные вебинары, для тех, кто хочет вступить в бесплатную группу ВКонтакте, в открытую, простите, группу ВКонтакте. В описании видео, с какого бы ресурса вы не смотрели этот ролик, вы можете увидеть внизу ту самую информацию, которая вам так необходима, а именно сайт наш, www.aliam.ru, ссылка на нашу группу ВКонтакте, группа открытая, доступ для всех свободный. Также ссылочка на презентацию вебинара. Теперь по порядку. Ссылка на наш сайт. Пройдя на наш сайт, вы увидите видео. Обязательно рекомендуем его посмотреть.
Именно в этом видео выложена полностью вся информация, как устроена работа кредитных юристов. Пожалуйста, посмотрите это видео, тем самым очень много вопросов снимется, и вы будете максимально уверены, в своем шаге. Значит, для тех, кто в группу ВКонтакте хочет вступить, все совершенно понятно, проходите и вступаете в группу, там много информации, очень полезной, регулярно выкладывается. Для тех, кто хочет пойти и поучаствовать на бесплатном вебинаре, который мы регулярно проводим, тема вебинара «Как законно не платить по кредиту». Мы откроем очень много секретов банковских, которые так тщательно не скрывают. Тоже, пожалуйста, ссылочка в описании. Проходите, кликайте, посмотрите видео, там есть видео обязательно, тоже очень полезное. И регистрируйтесь. Пожалуйста, вносите в форму корректную информацию, которую предложит вам сайт. В противном случае мы не сможем с вами связаться, мы не сможем отправлять вам информационные письма. Указывайте корректно номера телефонов, указывайте корректно имейлы, на которые вы хотите получить информацию. Для тех из вас, кто не видит по какой-то причине описания, допустим, смотрит данный ролик, слушает, простите, с канала YouTube, в конце этого ролика будет в окошке трансляции высветится три иконки, так называемые аннотации. Справа будет кликабельная ссылка для подписки на наш канал в YouTube. Слева будет ссылочка на видео. Как устроена работа кредитных юристов. Обязательно посмотрите. Очень полезно. Ну и посередине будет кликабельная ссылка, наш логотип нашей компании с презентацией вебинара. Еще раз повторю. Для тех, кто хочет ставить заявку на консультацию, на бесплатную, пожалуйста, указывайте корректно информацию о себе. Как только отправите заявочку, проверьте свою почту. Придет от нас письмо, где будут указаны телефоны, с которых звонят наши сотрудники. И если по какой-то причине вы не видите письма в папке входящие, проверьте папку спам. Бывает, что письмо уходит в спам. На этом все. На связи был Кузнецов Дмитрий. Счастья вам, финансового благополучия, здоровья и удачи.